Дорогие друзья, презентацию этого отеля я опять решила сделать из офиса, который я в скором времени покину на время. Итак, презентация отеля вот этого. Не знаю, как там записалось, но, наверное, нормально. Будем считать окей. До скорых встреч, друзья. Итак, я решила пойти в номер. Вдруг иду, так думаю, ну что я вот туда пойду к себе. Так быстро. Пойду-ка я обойду. Тем более здесь как бы по кругу с этой стороны. Вот видите, океан. Океан. Здесь вот наш отель. Так вот он выглядит. Отель хороший. Сейчас посмотрим, как питание. Вам тоже покажу. Но он не дешевый. Не 3 копейки явно. Вот. Просто здесь получается углом он стоит. Здесь океан. И он там, видите, впереди тоже океан. Тоже океан. Я не знаю, есть здесь вход. Наверное, есть. Должен быть. Должен быть с какой-то другой стороны. Слушайте, я даже не знаю, есть там или нет. Но я все равно дойду. А, там все, там ограждение. Пойдемте посмотрим, что там. Меня вечно тянет полазить по подворотням. И узнать, где здесь что. Вот так вот он смотрится, отель. Видите, кокосы растут. Здесь площадка. Люди играют. Там, наверное, дикий пляж. Здесь, в принципе, тупик. Здесь он вообще джунгли. Непросветные. Здесь уже все, финиш. Сюда никто не ходит. Здесь, видите, джунгли. Я доперлась. Слушайте, зато смотрите, какие джунгли. Вы видели настоящие джунгли? А? Трущоба. Ну, короче, вот это все. Здесь железка, и мы пришли. Здесь никто не купается, никто не отдыхает. Здесь чья-то другая территория. Там он, ребят что-то делают. Вам видно хоть было? А то я держу телефоны, и все. И хожу здесь. Пойдемте посмотрим, какой у нас бассейн здесь. Раз там тупик и трущоба, значит, мы посмотрим. То есть вот от забора мы идем. Вот здесь пляж у нас так. Мы посмотрим, что здесь. Ну, вид так красивый, правда, отель? Хорошо смотрится. Посмотрите, какие пальмы, территория. Так приятно. Приятно. Сегодня сейчас не так сильно парит. Но, слава богу, дождя нет. Но по прогнозам сегодня в ночь ливень опять. Поэтому. Поэтому будем смотреть. Ну и так, чтобы не затягивать, понятно, что здесь уже сейчас поворот и вход в само здание. Я включусь тогда, когда выйду в бассейн. Хорошо? Покажу вам там. 3 минуты уже идем. Дорогие друзья, а теперь я забралась на крышу. Можно сказать, это 3-й этаж. Здесь находится бассейн. Бассейн за моей спиной. Так здорово. Так неожиданно приятно, что бассейн прямо на лифте поднялся, сюда вышли. Он как бы на террасе получается открыт на высоте. Такая вот прелесть. Представляете, как это шикарно. Я офигеваю, как здорово. Жалко, что нет солнца, и мы здесь жить не будем, а будем только 5 часов заплатить за сутки. Но не важно. Зато прелесть. Сейчас пойду спать на свою кровать. Хоть посплю 2 часа здесь. Перед поездкой. Нет, у нас еще будет ужин. У нас еще будет так. Дринк. Кофе-брейк. Какой-то перед ужином. Или как, аперитив.
смотрите, какая красота. Там вот какой-то бар. Вот, но я уже туда не пойду, с вашего позволения. Океан. Смотрите, как здесь высоко и классно. Ну, здесь загорать, купаться, когда погода хорошая, вот у этого бассейна. Милое дело. Сейчас я пойду на ту сторону, вам покажу с той стороны. Здорово, правда? Нравится? Нравится. Что, правда. В предыдущем отеле нас так, вот таким обедом накормили. Кухня вот, ну, действительно вкусная. Просто все очень вкусно приготовлено. Пожалуйста, рыба на гриле. Ну, извините, как сделать. Томатное суп-пюре. Просто сказка. Ну, сезонные овощи и фрукты. Они же всегда прекрасны. Ну, вот смотрите, куда я пришла. Здесь вот так вот у нас. Вот вам океан. Заход солнца. До новых встреч. Давайте я вам отдельно сниму вот это видео. Это вот такой вид бассейна. Представляете, какая красота. Все как на ладони. А теперь мы едем в лифте. Вы любите в лифте фотографироваться? Проехали один этаж. Дождик пошел. Грибной. Ребята, радуга. Ура! Она уходит уже. Просто она в телефоне менее видна. Но она сейчас уже не яркая. Ну вот, вот здесь. Ну мы застали этот момент. Да. Ну, вот ярче немножко стало, вам кто-нибудь видно. Я думала, она пропадает, а она только начинается. Может быть, как вот в Индии, на Гоа, здесь, наверное, тоже какие-то вообще даже закаты совершенно нереальные, какие-то сумасшедшие должны быть закаты, красоты. Слушай, вот сейчас бы окунуться в такое солнышко туда. По-моему, а вот он не успокоился чуть-чуть? Океан, успокоение. Не знаю, но у меня сил нету. Ой, ну какая красота! Боже мой! Боже мой, какая...